В первую очередь мне нравится, что меня тренируют достойные тренера и что я уже в таком возрасте хорошо играю. Пока что я легко ухожу на корт, ничего не боюсь и легко справляюсь. Четыре года. Четыре. Ну, слушайте, не меньше количество побед. Наверное, более интенсивно и чаще бегаешь на корт. Не ленишься? Нет. Каждое утро встаешь. Нравится? Или, может быть, тебе родители все-таки говорят, заставляют? Нет, каждое конечно. Каждое утро будет? Нет. Мне нравится выходить на корт, я очень уверенно играю. А другим своим, более младшим друзьям тоже прививаешь любовь к теннису? Да. А как у вас тренировки проходят? У нас тренировки проходят спокойно. Без лишних эмоций? Или все-таки нервничать, переживать, когда вот не получается очень долго? Ведь есть Но же какие-то сложные не элементы. Получается очень долго, конечно, мы переживаем.